Обещанного 4 года ждут. Аварийный дом по адресу Петрова, 9 в Чебоксарах признали непригодным для проживания еще в 2014 году. Напомню, один подъезд в нем треснул от фундамента до крыши. Жильцы были переселены, дом давно снесли. И вот сейчас строительство вышло на заключительную стадию. Выездное совещание на объекте провел заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов. В новой многоэтажке уже завершили кирпичную кладку, установили пластиковые окна и закончили прокладку сетей наружного электроснабжения. Дело за благоустройством прилегающей территории и отделкой. Наружное благоустройство. Здесь немножко в проектные работы вносятся изменения. Тут дополнительные кустарники, вот эти все вещи хотим добавить, ну, чтобы было какое-то обустройство, комфорт для людей создать. Из наружных работ осталось, значит, благоустройство. Внутренние работы – это внутренние инженерные сети, которые сейчас ведутся работы, и они будут завершены в августе, и отделка. Что касается отделки, то сейчас здесь продолжаются электромонтажные и кровельные работы. Рабочие занимаются системой отопления, водоснабжения, идет монтаж лифтов. После того, как дом ведут в эксплуатацию, собственники жилья получат в нем квартиры взамен утраченных. Правда, с доплатой. Общая площадь нового дома составляет более 12 тысяч квадратных метров. При этом для переселенцев предоставляется, вернее, для бывших собственников старого жилого дома, аварийного дома, предоставляется более 150 квартир, общей площадью более 3500 квадратных метров жилья. Здесь хочу отметить, что все квартиры предоставляются бесплатно и предоставляются в чистовой отделке. В случае, если между снесенной площадью и вновь предоставляемой площадью в новом доме имеется разница в квадратных метрах, то, соответственно, собственники вносят доплату, исходя из размера около 30 тысяч рублей за квадратный метр. По заверениям подрядчиков, жильцы смогут переехать в новый дом и исправить новоселье в сентябре этого года. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Борис Андреев. Республика.